привет, друзья! С вами Спикер и Форест. Мы продолжаем наше путешествие и продолжаем, конечно, наблюдать летающих крокодилов. Вот на нас. Летающие, плавающие. Интересно, какие у нас крокодилы? Летающие или плавающие? В Форесте у нас любые крокодилы. Пытается нас еще укусить. Кто-то рычал, походу. Теперь уже при свете дня наблюдаем летающих крокодилов. Довольно мне нравится. Мне забавно. А, кабанчики. У нас кабанчики, да, друзья? Ну, надо тут именно кабанчики бегать. Стой, стой, родной. Стой, сейчас тебя зарежем. Так жестко. Сейчас тебя зарежем. Кабанчиков также можно повесить куда-нибудь. А, кстати, можно, да, это сделать. Кстати, тут, о, еще один кабанчик. Ну-ка, кабанчик. Стой-ка, подожди меня. Сейчас добегу до тебя. Ты готов? Давайте, наверное, сделаем стеночку. Ух, сколько аборигенов. Быстренько сделаем стеночку, ее построим тут и уже насадим. Так, насадим головы на стенку. У нас тут довольно приятный лагерь получился. Так, вот так. Хватит думать, достаточно. А, все, ем, все. Нам нужно сколько дерева. Так, нет, не окошко мне нужно, а сколько тут дерев, я не вижу. Так, хорошо, где-то тут деревья уже бросал. Вот наши деревья, бревна, то есть. Кажется, получилось 4. Лавочку сделали уже, и нужно построить стеночку. Так, кажется, еще 3. Да, 3 нужно. С помощью, конечно, взрывчатки. Ах, у меня уже нет взрывчатки. Ну, хорошо, друг мой, придется таки нам руками поработать. Летающие крокодилы. Так, давай-ка. Вокруг обойдем, чтобы быстрее. Сколько ударов? Ну, кажется, всего лишь 12 ударов, и дерево любой толщины будет уже падать. Хорошая броня у нас, хорошие крокодилы, и много аборигенов бегает у нас уже на правом острове. Так, еще нужно одно бревно. Так, еще одно бревно, и навесим уже, конечно, крокодилов навесим. Так, что это? Ягода, привет. Пришел помочь построить? Давай, пристраивайся. Так, теперь нам нужно поставить такие ветки, чтобы повесить голову. Так, сейчас мы найдем и покажем, друзья, все это, конечно. Так, где-то вот тут должна быть ветка. А вот, вот нашел, вот сюда можно ее, так, на любую высоту, друзья. Ну, давайте вот сюда. Всего лишь одна ветка. Ох, хороший удар, а я ответный удар. Нормально. Так, аккуратно, главное не разрушить. О, ребята дерутся. У нас уже такой бойцовский клуб получается. Тренировки. Спарта отдыхает. Вон какой-то сидит чувак. На камне вижу. Сколько их тут. Да, друзья, в Форесте, походу, добавили больше аборигенов. И мне это нравится. Я думаю, нужно еще больше. Больше на ролл можно поесть что-то. Что-то осталось. Так, ну вот, теперь у нас есть палка, на которую можно насадить чью-то голову. Ну, к примеру, кабанчика. Где у нас кабанчик был? Я не знаю. Голова исчезла, не исчезла. Сейчас мы найдем, попробуем. Так, не то, не то. Привет, привет. Сколько вас много. И все такие дружелюбные. Ну, некоторые, конечно, агрятся, когда уже подходишь к своей территории. О, сейчас будет агр. Вставай, вставай, дай ему уже люлей. Давай, покажи, что ты мужчина. Нет, походу не мужчина. О, ест, нормально. Так, нам нужно либо крокодил, либо взять кабанчик найти. И уже показать, как это все делается. Так, ну-ка, давай-ка пойдем туда, найдем крокодила. Обычно так идешь, разворачиваешься, и тут есть крокодил. Нет его, его нету. Так, ну, внизу у нас тоже нету ничего. Сейчас, друзья, мы все-таки найдем кабанчика либо крокодила. Можно, конечно, и кролика, и ящерицу. Так, ну где-то кто-нибудь. Интересно, аборигена можно садить? Ну-ка, сейчас проверим. Да, аборигена, конечно, тоже можно. Вот есть голова. Режем, забираем. Мы, кажется, забрали. Так, и, кажется, насадить. Так, ну, погоди, нужно выбрать ее. Да, нужно ее выбрать. Вот у нас. А, это нога. Это нога. Это не то насаживать. Так, вот так. И, по идее, насадить. У нас держит? Да, у нас держит, но он не насаживает. Видимо, не то. Выбрать, значит, так нужно отремонтировать ногу. Да, можем ногой драться вообще-то. Да, ногой тоже эффективно очень. Аборигена уже с помощью аборигена. Так, выбрать ногу уже. Так, топорик у нас. Пускай топорик. Ну, где же? Где же сама живность? Видимо, ребята прибежали и все разбежались. Привет, ребята. Нормально. Хорошо, пойдем уже найдем где-нибудь в лесу нашего кабанчика и уже отрубим от него голову. Ну и, конечно, мясо забрать, шкурку заберем тоже. Ребята уже бросили. У нас уже домик помечен, вижу, и мы найдем это место. Хотя у меня хорошо с ориентацией, так что. А вон вижу, еще есть бревно. На всякий случай. Так, ну обычно идешь. Ну, ребята, погоди, мне нужно на охоту. У нас, по идее, уги одеты. Да, уги одеты, так что мы ходим очень медленно. То есть медленно и тихо. Да не, ходим так же. Находим так же. Такое-то тонкое дерево высокое.
О, у нас тут озеро такое, довольно красиво. Утро такое, озеро, и можно рыбку поймать. Так, можно поесть что-то, ну-ка. Похрумком чем-то. Чем-то похрумком, там ягод. А, там грибы такие. Погоди, даже поганки. Бойцовский клуб продолжает, какие-то крики. Нас практически не трогают, друзья. Броня у меня, кстати, все уменьшается и уменьшается. Хорошо, мы вернемся обратно. Думаю, ребята, ну сколько вас тут? Реально очень много. Больше шестерых, семь или восемь. Такого количества я еще не видел. На одном месте. Так. Сейчас дойдем до местечка. Я думаю, крокодил снова появится. Либо кабанчик. Кабанчик, кабанчик. Ну, появись ты уже где-нибудь. Не пробьешь защиту, друг мой. Жалко, нет динамита. Я бы тебе устроил, конечно, с помощью динамита. Так, я катанку взял. Ох, они просто уже... Между собой там жестко уже началось. Начался махач, походу главаря положили, я смотрю. И он сразу заорал. Сейчас добьем главаря. Ну-ка, стой, стой, стой. Вот он, добьем его. Добиваем его. Не дают добить, не правда? Броню все уже избили, кстати. И практически хп тоже. Да, ребята, вы какие-то агрессивные стали. Видимо, у вас как-то по времени. Утром вы не слишком агрессивны, уже ближе к обеду вы слишком агрессивны наступаете. Так, пойдем уже, пойдем дальше, друг мой. В следующий раз насадим голову. Может, оторвемся, можно, по идее, всех перебить, конечно же. Так, что у нас показывает спидометр? Зачем нам зажигалка, если у нас спидометр? 3000 км уже прошли. А вот наш крокодил бегает. Сейчас, друзья, мы все-таки его сварганим. Сварганим нас... Ох ты, вот, бьем, бьем его. Два крокодила на одном месте. Так, режем, режем. Ну все зарезал. Зарезал, конечно, зарезал. Так, забираем, мяса уже слишком много, бежим. Бежим, мой друг, насаживать. Вот, мы держим. 3000 метров, 3200, костей много. Так, ну что, вот насаживаем с помощью Е, оп, и вот так у нас красота. Можно также и акулу делать, и всех остальных животных. Сейчас вот пример животных, с одного удара отрубили. Кто-то где-то, о, кабанчик, сейчас, друзья, покажем, как кабанчик насаживать. Стой, 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 кабанчик, стой, 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 родной. Какой он быстрый-то, нужно как-то сократить путь, и какой он быстрый-то. Утром как-то не так бегали вы. Так, вот берем голову. Мяса уже реально много. О, птичка. А где наш летающий крокодил? Куда он у нас улетел? Он же был практически вот тут. Он далеко не мог улететь. Так, у нас уже устал. Ребята, уже все, видимо, обеденный перерыв. И нам нужно сварганить еще одну палку. Так, берем уже. И вот эту. Так, можно вот так маленько сделать. Так, а, Е. И палочку. У нас палок нет. Ох ты, серьезно, у нас палок нет. Так, вот кабанчик, нужно далеко не уходить, где-нибудь поблизости, чтобы он никуда не исчез. Так, это не палочка. Где же палочки? Я уже палки нарубил, пока строил домик. Ну хорошо, отойдем чуть подальше, я надеюсь, найдем. Побыстрее, побыстрее, пока не исчез. А вот и вижу. Давай-ка быстренько. Надо же, у нас палок кончились. Как же так? Так, быстренько бежим обратно, построим и насадим уже кабанчика. Кабанчик, кабанчик, на месте. На месте, хорошо. Палочку и берем уже голову. Так, ну и насаживаем. Е держим, вот у нас кабанчик. Довольно такой, ну не слишком большой, не слишком маленький. Так, можно отремонтировать стенку, чтобы ее не разрушили. Так, ну хорошо, мы сейчас сохранимся и пойдем, наверное, дальше, друзья. Чтобы исследовать дальше наш остров. Так, отлично. Аборигена, ну можно, в принципе, сделать броню. Сейчас мы быстренько сварганим. Так, еще. Нет, видимо, слишком много тряпок. Нет, еще одну косточку. Да что ж такое-то? Три. А, слишком много тут у меня было. Сейчас, конечно, не хочется читать, по-быстрому хочется все это сделать. Вот так, готово. Так, давай-ка одеваем. Можно еще, конечно, можно две сразу делать. У нас помещается, походу, две. Ровно две. Вот 50 кп практически, больше 60. И можно забрать уже и пойти дальше. Так, камней уже много, костей, походу, тоже много. Так, хорош садиться. Нам нужно идти дальше исследовать. Может, кого-нибудь еще найдем летающего? Кто его знает? Может, акулу найдем летающую или аборигенов? Тоже так же летающие крокодилы. Так, берем катанку. Хотя, зачем катанку? Можно взять ракетку и с помощью ракетки уже отгонять мух так. Мух, комаров отгонять. Ох, сколько веток. Нам нужны ветки, конечно же. Листвы у нас много, а вот веток нужно будет набрать. Хорошо, кстати, рубит с одного удара. Так, ну это уже два удара было. Вижу какие-то деревья такие красивые. Ну-ка, пойдем, мой друг, туда. Кстати, а что у нас по карте показано? Ну-ка, мой друг, ты рисуешь у меня на карте? У нас ни черта не рисует на карте. Он, видимо, у нас не умеет рисовать. Зачем я карту искал? Спрашивается. Так, соберем камень, камень соберем.
Ух, сколько цветов, какая красота, друзья. Вот столько листвы, вот тут много листвы, я знаю. Может, даже и семена тут появляются. Ох, какое озеро там, довольно уютненько. Так, впадины вроде бы, так, заберем камни, вернее. Ух, там рыбка есть, ну-ка, мой друг, давай-ка рыбку поймаем. Сейчас поймаем такую большую рыбку. Ну-ка, оп, нет, еще разок. Форест, давай не ключ. Такая забавная. Кому нужна рыбка? Подходи. Так, что у нас там такое? Ох, у нас тут олени. Ну-ка, забирай к себе. Идем на оленя. Вот так ползком, друзья. Да, у нас есть уги. Мы ходим очень тихо. Мы, по идее, тихо же ходим. Смотрит так. Убегает. Хорошо, друзья, пускай убегает. Я уже думал, кто-то у нас бежит. Рыбка. Рыбка, поймайся, большая и маленькая. Вот маленькую сразу же поймал. Кстати, тут, видимо, копье острое, да, друзья? Если вам интересно, тут есть у нас копье острое, которое можно забрать. И вот оно, с помощью него тоже можно охотиться. Вот такое острое копье. Оп, готово. Теперь спикер знает, где находится у нас острое копье. Оп, готово. Ну, по идее, только можно три рыбки поймать. Да, остальная рыба куда-то девается. А, она просто выбрасывается, видимо. Так, я вижу какую-то синюю еще. Я хочу синюю посмотреть. Такая маленькая синенькая. Мы уже всю рыбу оттуда выловили. Так, давай-ка. А, она слишком далеко. Да, нужно поближе. Сейчас поймается рыбка. Рыбка, иди ко мне. Ну, Форест, давай, глюч. Вот, поймал. Вот такая забавненькая. Нет, это не синяя, это фиолетовая у нас. Пойдем с рыбкой. Кого-нибудь угостим. Абориген придет, мы его кинем в копье. Пока он будет есть, уже отрывать от нашего... Палки, мы уже убежим в это время. Так, вижу, еще что-то есть. Давай заберем это. Сколько тут листвы? А где моя рыба? Моя рыба выпала. Видимо. А вот она, выпала. Ну-ка, бей. Оп. Она цепанулась? Нет, она не цепанулась. Ну, я не смогу ее взять. А мы взяли ее. Ну, нет, она не берется. Она уже вылетает. Да, вижу, вылетает. Оп, цепанулась. Нет, не цепляется. Как-то в воздух. Вместе с копьем. Так, хорошо. О, олени. Ну-ка, идите сюда. Так, что у нас компас? Вернее, не компас, у нас спидометр. Уже 3600 намотали. В принципе, забавные. Олени. По идее, мне не нужны уже. У нас уже много что есть. Хотя нужно сделать для стрел, друзья. Да, ну-ка посмотрим, где у нас олени. А у меня нет шкурок. Да, чтобы стрел больше носить, нужно сделать... Ух, какая красота. Вот это чудно. Но это не озеро, это залив. Получается у нас довольно красиво. Вон олени бегают, довольно только много цветов. И наши олени все-таки поймаются, друзья. Держи копье. Оп, промахнулся чуток. Так, где наше копье? Вот можно забрать его. Так, забрал мой друг. Да, забрал. Давай-ка еще раз. Так, по-тихому. Тихо. Убежал. Убежал от нас. Так, хорошо, пойдем дальше. Пойдем. Вот он, сразу-то. Сразу. Да как вы разбегаетесь-то? Вроде уги должны, по идее. Да, у нас одет уги. Они должны были. Блин, у нас пошел дождь. Держи копье! Оп! Друзья, мы подбили. Да, конечно, мы подстрелили. Где мое копье, кстати? А, вот оно. Мы попали просто в голову, что ли. Да это жестко. Сколько насилия. Так, заберем шкурку. И можно также, кстати, оленя насадить. Да, можно сбегать и насадить. Но я не знаю. Нет, я бегать уже не буду туда. Я пойду уже дальше. У нас уже снег. У нас уги. И еще один олень. Так, подходим. Оп. Оп. Чуток буквально. Так, забираем копье и бежим дальше. Мы уже как первобытный человек бегаем за оленями с копьем. Что может быть прекраснее в Форесте? Оп, промахнулся. Где второе копье? Хватай. Ах, не успел хватануть, где она? Потерял. Походу я его потерял. Ну хорошо, я знаю, где находится, в принципе, я потом заберу. Я уж тратить время не буду, искать его. Слишком много теней, и я как-то не вижу его. Слишком высоко. Так, выбрось палку, уже слишком много палок. Да, копье потерялось, ну и что с ним? Так, пойдем дальше. У нас уже получается снег тут. Красотень. Да, у нас снег, у нас есть уги, так что нам не проблема. Хотя можно сделать и снегоступы, друзья. Я уже задавал этот вопрос. Какая радуга, обалдеть. Как сделать снегоступы, друзья? Давайте я вам покажу. У нас получается 4 ветки и получается веревки. Сейчас тряпку берем, тряпку и 2 веревки. Или погодите, еще одна. А, 5 веток, кажется. И у нас получается снегоступы. Вот такие забавные снегоступы. Давайте посмотрим. Вот такие. Можно ходить по снегу. Вот можно проверить.
Хрум-хрум-хрум. Вот так. Вот так у нас снегоступы работают, правда. Какого черта нужны снегоступы, если у нас так же бегает? Такая же скорость. Белый снег, пушистый. Красиво. Очень красиво, друзья, в Форесте. Я первый раз вижу снег. Уже какую серию? Ух, у нас тут озеро есть. Есть озеро такое прозрачное. Обалдеть. Тут реально можно прижиться, построить домик и просто зажить комфортом. Но я не вижу рыбки. Если нет рыбки, значит уже, конечно, мы не сможем поесть. Хотя, я думаю, она появляется. Что там? А, там камень. Да, очень красиво. И пойдемте дальше. Пойдемте дальше исследовать такие деревья. Красиво. Обожаю, конечно, осень. Особенно такие деревья красивые. Аборигенов тут и даже не пахнет. Можем маленько спуститься и ближе к берегу. Так, мне нужны ветки, наверное, еще. Веток и так много. Уже 4 км прошли. Довольно весело. Ух, какой обрыв тут. Обрыв очень резкий. И ну-ка, давай-ка спустимся. Что-то я там заметил внизу. Ближе к берегу. Так, это у нас получается что-то... А, это еще остров. Это еще у нас остров, а вон тот другой остров. Ух, какая высотень. Тут можно построить вышку так и наблюдать за всей этой красотенью. И, конечно же, кто-то бегает. Вон зайчишка. Зайчишка бегает, который, конечно, сейчас получит. Сейчас получит. Ну-ка, стой, стой, стой. Давай, бей его. Оп, все, друзья. Да, довольно забавно палочка убивать. Это быстро. Так, у нас уже очень много мяса. И нужно, наверное, поесть. У нас рыба есть, у нас все есть. У нас, вижу, зеленый, какая-то нога стала. Ну-ка, посмотрим. Нет, нормально. О, какие ногти. Забавные такие ногти. Ребята реально не подстригаются. Так, ну пойдем, наверное, вдоль берега. Тут, получается, берег у нас водичком. Это такой пролив, получается, между островами. И у нас, по идее, выходит в океан. А где наша радуга? Видимо, уже пропала. Ух, какая... Тут довольно так уютно, скажем. Да, такой залив. Такие высокие горы. Ну, пойдем, обойдем, мой друг, вокруг, посмотрим, что там. Так, выбрось эту зеленую ногу. Кстати, тут довольно были хорошие пещеры бы. Тут такие скалы, и реально можно сделать пещеры. Ну, видимо, на этом острове еще нет пещер, и я думаю, разработчики сделают потом. Ух, какая лужайка. Можно тут реально дом построить. С помощью, конечно, читов, потому что дерево сюда нести нереально. Так, мы, походу, уже обходим как-то остров с другой стороны. Очуметь. Я тут первый раз, дорогие друзья, конечно. Для меня это все впервые. И вижу горы. Хотя я даже не понимаю, где нахожусь. Может, я даже тут и был. Хотя мне эти скалы вообще не напоминают ни на что. Пляж большой. Ну-ка, спустимся. Может, что-то найдем интересное тут. Так блестит. Так, у нас уже получается закат, и нам нужно где-то найти ночлег. О, коробки. Так, я вижу, кстати, знак аборигенов. Так что где-то тут поблизости есть аборигены. Так, ну можно добыть монетки. У нас сколько монеток? Давайте посмотрим. У нас 90 монеток, и вот так можно добыть монетки. Бьем по песку, и что-то должно появиться. Нет, тут, видимо, нет ничего. Так, друг мой, давай не халтурь. Камень брось. Брось давай другой. Другое местечко. Где наши монетки? Должны, по идее, монетки быть. Камни, либо монетки, либо бывают даже тряпки, даже были и палаты у меня. Так, что это такое у нас? Маленький глючит, вода что ли? Это нормально, вода глючит жестко. Солнце так быстро уходит. Да, солнце очень быстро уходит, но пару монеток давай. Хотя бы хотел показать. Хорошо, пойдем наверх. Вот у нас какой-то знак есть. Ну-ка, что это такое? Может уже рядом цивилизация какая-нибудь? Это ведь чья-то черепушка. Таких черепушек я еще не видел ни разу. Так, ну пойдем посмотрим, что у нас тут. Поднимемся повыше. Я вижу, там еще дальше горы есть. Тут целый, можно сказать, остров, который можно обойти вокруг, что ли. Да с ума сойти. Но аборигенов тут почему-то нету. Конечно, очень плохо. Мне хотелось на такой большой лужайке устроить им уже мордобой. И, конечно, собрать пару трупов, развести костер. И даже тут... Ну, местечко довольно такое ровное, и можно реально построить целый замок. Но тут ничего интересного нет, походу у нас только ходишь к скалы, и все. А что это означало, такой тотем? Именно на этом месте тут даже ничего нет такого. Так, что там впереди вижу? Ну-ка посмотрим. Так, тут есть одиночное дерево, которое можно построить дом на дереве. Кстати, какие-то другие деревья, мне кажется, это у нас не елка, не ель. Вроде не похоже. Вот я помню, очень много елей или елок, очень много, а вот таких я не замечал. Так, ну вижу еще. Нет, там ничего у нас нет, но все-таки давайте спустимся, посмотрим. У нас уже темнеет, конечно. Так, аккуратно.
Так, давай возьмем веток, потому что нам вдруг придется... О, цивилизация! Родной, иди сюда, дайте обниму! Так долго шоу, никого не было! Так, тихо. Перья. Он нас заметил, 4 км 500 метров прошли, и мы нашли цивилизацию. Да, друзья, мы-то еще не были, город довольно масштабный. Да, он уже практически мертвый, сейчас мы зубы выбьем ему, он еще живой. Издеваемся, мы бьем палкой, это зубы хорошо убивается. Он еще дышит, друзья, у меня появилась идея. Мы берем динамит, ах, у меня план нет, плат нету. Бей его, да, хорошо, давай не будем уже мучить бедолагу, а он уже мертвый. Забираем зубы. Так, мы забрали еще труп. Так, мы пойдем наверх. Да, уже обошли и подошли к гору. Очуметь. Так, мы тащим труп или что мы тащим? Мы камень взяли. А нет, тащим труп. Да, вижу труп. Нам нужно найти местечко, где развести костер и, конечно, заночевать. Так, камней много, камней. Мы обошли остров, и у нас там, получается, снег там был, еще, получается, и тут снег. Да, ну, интересно. Я думаю, все на возвышенности будет больше снега. Так, уже практически 5 км прошли. Ух, красиво. Да, у нас луна поднимается, вижу, и красиво. Смотрите, какая красота, друзья. Ох, хочу уметь. Да, в Фросте сделаны красивые пейзажи. Но вот летающие крокодилы. Ух ты, черт. Какие у нас березки. Вернее, какие березки. Какие у нас елки. А мы тащим, интересно, труп или живого еще? А что-то как-то зарычал. Сейчас очухается. Так, бросай его тут. Вот тут мы, конечно, и, наверное, и заночуем. На снегу. Забавно, друзья. Так, ну, есть уже много камней. Нам нужно, по идее, костерчик. И, конечно же, сейчас мы сварганим. И пожарить мяско. Можно даже зеленый взять. Так, наша броня, вижу. Ух, красотень. Надеюсь, костерчик будет гореть на снегу. Так, хорошо. Берем, конечно, что у нас есть. У нас есть рука. Какая-то зеленая. Тут она была зеленая. Мясо тоже есть. Вот зеленое, вижу. Черно, но она отличается, значит, будем съедать, пока не испортилась полностью. Хотя я обычно ем и любое мясо. Так, забираем все. Нет, я не то взял, погоди. А, оно уже два испорченных и третье нормально. Так, ну, брось, хорошо, брось. Зачем пропадать добру? Вот у нас олени бегают. Ух, птицы, олени. А где наши кабанчики? О, я белку вижу. Уже кто-то ржет надо мной. Что я ем сырое мясо, вернее, испорченное мясо. Так, ты умри. Мне нужна белка. Ах, это зайчишка или белка? Мне показалось белка. А вот, друзья, прям по курсу. Птички такие. Иди сюда, родная. Иди сюда. Оп. Оп, белочка. Да, такая милая белочка. Ох, она еще хвостиком машет. Смотри, друзья, она еще хвостиком машет. Зажигалку. В студию. Вот. Посмотрим маленькую белочку. Она, видимо, еще жива. Бедная белочка. А что из нее можно сделать? Кстати, можно повесить тоже. такая мордашка. Так, а черепушка получится? Так, ну-ка, едим. Быстренько едим. Ух, какое мясо испорчено. Практически нет, пополнилось. Все в порядке. Нужно, конечно, попить. У нас много припасов. И, конечно, все у нас есть. У нас есть уголь. Так, а у нас сейчас снегоступы. Да, снегоступы, следов нет в форесте. Ну, не знаю, я думаю, не проблема сделать следы. Разработчики, думаю, сделают. О, еще одна белка. Они просто по этому маршруту ходят. Еще одна белочка. А у нас есть шкурка от нее? У нас получается шкурка вообще или нет? Я не понимаю. Так, у нас кролик. Вот, это чья шкурка? Видимо, крокодил. Это крокодил, это у нас варана или кто у нас? Крокодил и варан у нас практически одинаков. Так, это выбрось. Мне нужны твои косточки. О, тут у нас еще аборигены бегают. Да, друзья, тут у нас реально цивилизация. Так, ребята, идите кушайте, пока горячая. Так, иди сюда. Дай свое оружие. Брось уже оружие. Ребята так крепко держат оружие, что даже не выбивается до самой смерти. Так, забираем. Так, забираем и бросаем тебе в костер. Сейчас мы сварганим нашу броню. Вот сколько ребят тут у нас. Там еще одна. Среди кустов. Так, готово. Можно порубить мясо. У меня, по идее, мясо уже кончилось. Как-то животным мне не хочется больше убивать. Так, ну-ка. Так, ноги заберу. Я только ножки люблю. Они довольно такие жирненькие. И у нас герой насытится. А у нас уже много ног. Хорошо, давай уже крылышки возьмем. Кому и чего? Подходи. Так, погоди, кто-то ржет. Друзья, а вам не холодно? Может, вам уги дать? Погреться. О, прибежали как. Как они сюда прибежали? Ух, их трое тут уже. Так, что у нас кости? У нас кости. Ух, сколько костей.
Костей много уже. Я не знаю, нужно построить домик сюда, либо что-то такое. Лавочку идет спиной к нам. Иди в костер сразу же. Так, он готов, зубы заберем. Так, ребята, бежите. Голожопый бегает. Как красиво у нас луна тут, костерчик. Ну, так сесть можно и любоваться. Ну, некогда любоваться, потому что ребят очень много, и нужно, конечно, защищать свой лагерь, свою территорию. Так, ну-ка, больше листвы. У нас замерзает, очень быстро замерзает. Может быть, одеть уги? Ну-ка, одень уги. Вот, все, наши сапожки меховые. Так, ржут. Как они забавно ржут. Ну-ка, идите отсюда. Так, динамита у нас нет. Я хотел, правда, динамита маленько пошуметь. У нас есть коктейль Молотова. Ну-ка, посмотрим. Интересно, как у нас с новым обновлением. Изменили что-нибудь, анимацию какую-нибудь. Ну-ка, стой на месте, стой на месте. Держи. Ох, хорошо попал. Гори уже ярче, чтобы не погасло. У нас уже полнолуние получается. Давайте еще один коктейль Молотова. Я надеюсь, ты у меня сгоришь, не будешь черножопый. А нет, у нас живой остался. У нас живой остался. Ох, как я не люблю этих черножопых, когда они уже черные и агрессивные. Так, много костей, можно быстренько сварганить, наверное, нашу броню. Так, кажется, три веревки и остальное нужно сделать кости. Так, оденем. Так, раз, два, три и уже костей. Вот, все. Да, еще кости остались, кстати. Значит, можно гораздо больше брать. Так, забираем, все косточки заберем. Теперь есть применение для костей. Раньше только забор можно было делать. Так, вот у нас есть трубик. Трубик бросили, иди туда уже. Да, друзья, мы, наверное, подождем еще до утра. Я чувствую, их будет много. И пойдем дальше. Ох, сколько. Ну, меня тут окружили реально. Меня реально тут окружили. Такой черный сид. Присел и сразу же в нас прыгает. Ребята, вы решили, походу, погреться. Так, у нас один сгорел все-таки. Да, вот такой крупненький у нас довольно прочный. А поменьше его уже сгорел. Так, ну да, я тебя убью уже. Чтоб ты как-то не выделялся из толпы. Вот, все, готов. Он уже зажаренный. Еще один зажаренный. Так, пойдем-ка в костерчик. Пойдем в костерчик и давай, лети туда. Ну-ка, иди сюда, насекомое. Сейчас с тобой разберемся. Кричит, как насекомое. Так, он готов. Ох, что-то вылетел. Пепси-колу поймаем. Так, ну все, все разбежались. Убили вожака и ребята разбежались. Оружия у нас уже много, а он еще держит. Друг мой, брось уже оружие. Взяли, толкнули так. Так, хорошо, что у нас перед домом показывать? Мы уже прошли практически 5 км. И это, конечно, по-спортивному. Так, заберем камень. Ну давай, уже гори скорей. Можно, по идее, сделать бронь и ее не одевать. Давайте, наверное, быстренько сделаем. Три и остальные кости. Так, все готово, нет, слишком много. Вот так. И ее сюда поставим. Если нужно будет, конечно, оденем. О, птичка прилетела. Ну-ка, стой. Дай-ка перешки свои. Так, вижу черепушка. Черепушку заберем. Уже так, много костей. Хотя нет, еще можно взять парочку. Так, ну, ребята, разбежались. У нас уже... Так, она уже ушла, и уже скоро будет утро, друзья. Ну, давай, уже умри. Довольно быстро. Так, разлегся. Так, иди в костерчик. Иди погрейся, а то замерз. Оля, не бегает. Ну-ка, иди сюда, родной. Да, не хочет, конечно, копье бросать. А что у нас там такое? Ну-ка, пойдемте посмотрим. Я уже как-то в ночью пошел. Можем пройтись вот так вокруг. Да, тут вижу так... Снег лежит, аборигены бегают, снег, красота. Тут реально очень высоко. Мимо. Не попал чуток. В нашу бронь все-таки попал. Так, живой нет. Нет, мертвый. Хорошо, пускай он тут мертвый, а мы пойдем дальше. Туда можно пройти, видимо. Очуметь. Тут реально еще можно идти, друзья. Довольно далеко уже ушли от дома нашего. И, конечно, идем дальше, друзья. А вот что будет дальше, друзья, мы узнаем в следующей серии, конечно же. А с вами был Спикер, и увидимся. До новых встреч, всем пока.